Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! И специальное предложение только сегодняшнего дня – это комплект «Глория». Комплект, который сегодня стоит 2499 рублей. Комплект, который завоевал любовь наших телезрителей. Комплект, который в прошлый раз был продан более 5000 экземпляров. И мы смогли бы продать больше, просто это капсульная коллекция, которая только сегодня у нас есть с фиксированной доставкой 199 рублей. Свет, ты знаешь, я сегодня надела его и просто восхитилась. Знаешь, я подумала о том, вот как часто мы, наши телезрительницы, покупаем вещи очень торжественные, которые можем надеть только на праздник, а потом они у нас висят в шкафу. Да, такое часто бывает, но ты знаешь, вот я с 1 по 5 ноября была в Сочи и познакомилась с дамой из Новокузнецка, Галина Николаевна. И ты знаешь, я удивилась, что у нее был наподобие комплект, который она за день надела 3 раза и абсолютно по-разному. Да. Слушай, Света, очень яркое предложение, поэтому давай с тобой сразу же поговорим о модификациях. Давай. У нас есть 4 модификации, у нас есть отличный размерный ряд от 50 до 72, поэтому давай выбирай, с чего с тобой начнем. Давай начнем, вот посмотри, с первого варианта. Это у нас с тобой модификация звезды. Посмотри, насколько удивительная у нас с тобой туника. Вот, это у нас с тобой звездное буквально, да, такое небо, но на самом деле очень мне напоминает красиво. Очень звездные цветы. Причем, обрати внимание, что это только верхняя наша с тобой туника, а вот внутри у нас топ. То есть вот она наша с тобой двойка. Топ находится внутри, мы можем его надеть вместе с нашей туникой от комплекта, так. Либо отдельно. Так, давай мне сейчас тунику в ручки и держи. Пройдем дальше. То есть это была модификация звезды. Да. Далее. Далее у нас с вами, посмотрите, вот эта модификация, которую выбираю я, это узоры. Невероятно смотрится роскошно. Знаешь, мне больше напоминает такие вот романтические ветки в саду, да, вензеля, возможно. Очень оригинально смотрится. Так, очень красиво, интересно. Далее, Свет. Далее у нас ромбы. Это как раз выбор Лены Мироненко. Посмотрите, вот они у нас с вами ромбы, но помимо ромбов есть еще и листья, и цветы. Очень, знаешь, так по-дворцовому, можно сказать, напоминает мне этот узор. Да, я с тобой совершенно согласна, очень изящная коллекция. А вот это что у нас интересно? А это у нас с тобой жар-птица, но я бы сказала, что это жар-птица в райском саду. Ой, какая красота, невероятная. Ну что же, дорогие, сегодня комплект «Глория» за 2499 рублей. Это потрясающая яркая туника. Это топ, который также входит в комплект. И только сегодня вы получаете скидку 900 рублей и доставку 199 рублей. Яркая, роскошная коллекция. Свет, сразу у тебя спрошу. Вот да. У нас очень хорошая размерная линейка от 50 до 72. Все-таки в размере участвуют две вещи. Как правильно выбрать размер? Ну, ты знаешь, это бренд Благов, и к тому же бренд Благов предлагает сдвоенный размерный ряд. Мы с тобой выбираем смело свой размер, вот на свой 50-й я выбрала 50-52. И обрати внимание, что внутри у нас находится эластичный, мягкий, вискозный топ. А это значит, что у нас с тобой топ будет подстраиваться по фигуре, но он плотный. Таким образом, он еще и подтягивает наши формы изнутри, дает идеальную посадку. Слушай, как же я обожаю бренд Благов, это всегда вещи с изюминкой, это всегда комплекты, которые хочется носить, которые хочется воодушевляться, да, которые невероятно красиво смотрятся на вас. Посмотрите, представьте себя на новогоднем корпоративе и дозвонитесь прямо сейчас, потому что во время прямого эфира вы получаете роскошную коллекцию от бренда Благов еще и со скидкой. Свет, у меня вопрос, как правильно сочетать вот эти комплекты, как их лучше носить? Вот ты знаешь, уникальный комплект заключается в том, что мы можем носить его вместе, как делает Татьяна Бабурова. Обрати внимание, надевает сначала черный топ, майку, сверху уже накидку и юбку Maybin. Далее мы можем его, например, разбить и вниз надеть цветной топ, как делаю я, и добавить кожаные брюки. Анна у нас выбирает брюки из эко-кожи, Дарси и комплект, но надевает его в классическом варианте. Но майку мы можем с тобой поменять. Или вот я сейчас сразу вспоминаю Галину Николаевну, с которой я познакомилась. Так. Она носила вот такую накидку на вечернее платье, платье Дита. Вот представляешь, красота. Она вот так вот пришла
вечером в кинотеатр. Просто невероятно, Свет, но это действительно, это платье с изюминкой уже получается, это комплект, это туника, это блуза, восхищенные взгляды. Но знаешь, я тебе честно скажу, я очень часто, глядя на кружево, я влюбляюсь в него, но у меня есть опасения, насколько оно практично. Да, оно красивое, а вдруг оно порвется, а вдруг что-то с ним случится. То есть меня интересуют практичные стороны. Но знаешь, Лен, я тебе сейчас сразу скажу. Во-первых, это у нас с тобой не кружево, это у нас с тобой особое полотно. Сверху у нас с тобой рисунок, который нанесен на сетчатое полотно. Вот этот рисунок – это техника флока. Угу. Современная техника, которая украшает нашу блузу. Слушай, а что такое флок? Я даже не знаю. Ты знаешь, флок нам напоминает чем-то бархат. Но в отличие от бархата, это современная технология, когда на сетку наносится основа так. клеевая, а сверху уже ворсинки под электричеством впаиваются в клеевую основу и фиксируются. Поэтому флок, он даже прочнее бархата, угу. он не вытирается, не стирается и не мнется. Слушай, очень приятное тактильное ощущение. Лично о себе хочу сказать, девочки, мне очень сегодня понравился комплект Глория. Посмотрите, как роскошно он выглядит. Посмотрите, как женщина преображается, как она улыбается, какой грациозной она становится. Это дорогая коллекция. И сегодня именно вы можете себе ее позволить. А знаешь, больше всего мне понравилось, что, Света, что этот комплект, хоть это и объемная туника, она ни в коем случае не придает мне объем. То есть, знаешь, скрыты мои достаточно пышные бедрышки. Мне очень нравится, как на девочках сейчас смотрится. То есть получается, что визуально мы не добавляем себе объем. Конечно, нет. Смотри, Лен, здесь в чем заключается хитрость? В том, что внутренний топ, который у нас находится под туникой, уже выравнивает наши формы. Он скрывает все особенности внутри нашей туники. А сама туника, ты посмотри, невероятно воздушная, легкая. При этом она из такой прозрачной сетки, которая маскирует наши особенности, не добавляя объемов. Если бы это была бы вязаная или плотная туника, так. то я бы еще бы согласилась. Но здесь невероятно роскошно это смотрится, легко, воздушно. Представь себя на любом мероприятии, на любом Конечно. Торжестве. В таком комплекте мы можем пойти на свадьбу к своим друзьям mm-hmm. или на день рождения к подруге. И ты знаешь, Лен, что еще важно? Важно то, что у нас туника с тобой удлиненная, а внизу так. у нас с тобой находятся вот эти воздушные кисти по рукавам и по низу туники, которые облегчают нашу походку. Слушай, и делают ее Скажи мне, пожалуйста, еще один вопрос. Как правильно ухаживать за такой туникой? Ну, мы, конечно же, стираем на ручном режиме, на холодной воде до 20 градусов, ну и сушим в расправленном виде. Ну что же, выбирайте сегодня бренд Благо, дорогие наши красотки, и Новый год будет самым счастливым праздником, когда вы выберете этот комплект.